Решение о назначении публичных слушаний по проекту бюджета на будущий год было принято на прошедшем накануне заседании районного совета. Предложение провести процедуру 19 декабря поддержало большинство народных избранников. Не возникло разногласий по вопросу, где и когда. В малом зале и ровно в 16:00. Время, скажем мягко, не совсем удобное. Есть основания полагать, что горожан, желающих отпроситься с работы ради обсуждения главного финансового документа, найдется немного. Впрочем, это обстоятельство, похоже, ничуть не смутило депутатов. На прошедшей в конце прошлой недели сессии районного совета обсуждался также вопрос о снижении размера годовой арендной платы за пользование земельным участком предпринимателю Алексею Скопинову. Напомним, он и его единомышленники уже не первый год работают над проектом по возрождению в Кандалакше парусного спорта. Снизить величину годовой арендной платы на 17-й год предлагается за арендуемый земельный участок, расположенный по адресу город Кандалакша в районе улицы Речной, общей площадью 3807 квадратных метров, применив понижающий коэффициент 0,1. Предоставленная преференция должна быть направлена на реконструкцию причала парусных судов для проведения практических занятий детской парусной школы на базе яхт-клуба. Размер годовой налоговой льготы невелик, чуть больше 100 тысяч рублей, но будем надеяться, это станет еще одним шагом к воплощению идеи по организации в Кандалакше морской набережной. Хочешь узнать больше? Пульс города ВКонтакте. Все самое актуальное и интересное. Заходи, комментируй, предлагай свои новости.